Алло. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рядом слышно? Да. На никого мне никто не покажет, да? Все Я прячутся. точно нет. А рядом точно нет? Я Да, сейчас. Точно нет. как это? Кто тогда? Сергей у нас и так в кустах. Я через 5 минут покажусь. А, ну хорошо. Так принимается. На чем мы остановились? Пятый урок мы половину Половину. прошли. Значит, вы уже штудировали лигатуры дома по распечаткам, так? Распечатали? Ну, когда еще распечатаешь, там очень разрешение плохое. Я не знаю, надо, может быть, лучше разрешение найти, там трудно разобраться. Не знаю, как у вас может быть плохое разрешение. Это вы что распечатали, что у вас плохое? Я делал. Лигатуру такую. Ну что им, где именно плохое разрешение? Это не это. При печати. Я увеличивал просто. Но... Но это другое дело. Просто я ведь сканировал сам эти книги из. Делал качественные снимки, этого в принципе быть не может. Вы говорите что-то странное. Я же их не из интернета выкачал, а делал сам с нуля. Не могут, я их сам печатал, то есть странно. А рядом получилось распечатать? Не распечатала, честно. Пока еще только на компьютере. Ну, будет время, возможность или Я нет перед распечатаю, этим? распечатаю. Обязательно, наверное, просто должно быть под рукой бумажка. Даша, а у вас как? Да, все хорошо. Так, мы читали же, да, в прошлый раз? Что Те читать? тексты. Ну, Да. я имею в виду домашнее задание. До конца, да? А в смысле Да. четвертый урок? Да. Четвертый мы прочитали. Ну, Пятый, пятый уже четвертый. будет, пятый. Нет, пятый. Не, пятый мы не читали. Это вы не читали, у вас не было, по-моему. Тогда, реально, давайте начнем с того, что вот вы, собственно, прочитайте мне лигатуры. Вы же не читали, получается, еще, да? Как, в смысле, нет, ну что мы на уроке были, я была на уроке. Я не поняла, что не читали? Итак, лигатуры читали, Ариадна? Не, я думала про домашние задания говорят. Ну, да, Ну так но... правильно, так это что, собственно, третье, оно и есть и домашнее. Чтобы читать здесь, надо сначала дома прочитать самому. Вы читали лигатуры? Ну, вот я делала домашнее задание, вот там урок упражнения, там третье, там надо было прочитать, я читала. Читали, да? А никто не припомнит, Ариадна вслух. При всех тоже читала? Нет, не читала. Ее не было на этом занятии, которое мы встречались просто так, чтобы проверить домашнее задание. Все. Оно было Вот такое когда это промежуточное. было-то? Теперь я все вспомнил. Рядно, все, Когда это начинаем. было? Почему без меня? Почему без вас? Это было просто. Нам было не втерпёж, и мы устроили мини-занятие такое еще, помимо прочего. Итак, Рядно, давайте тогда вы читайте, пожалуйста, нам лигатуры. Третье задание. Ладно. Ква. Ща. Шма. Ма? Ма? Неправильно? Насчет ма А. я бы сомневался. Шга. Шга, извиняюсь. Шга. Джига? Нет, ну зря вы так ушли вот прям так вообще далеко. Не Я кжга? Джига, джиничкма. А насчет. Га. Нет? Га. Почему думать, что так, там ма? Так, Что? постойте. Может, Я третью читаю. Кжга, нет? третье в старом учебнике, я не знаю, как в новом, А значит, я в новом читаю. в новом четвертое кшма. Третья. Я третью читаю сейчас. Я Кш... понимаю, да, четвертое кшма, а третье кшна, кшна.
Просто, может быть, у вас, я говорю, значит, третье выбросили Сейчас. место, и четвертое стало третьим. Понимаете, о чем я говорю, да? Да, я понимаю, сейчас я смотрю. Так что, может быть, мы говорим на пустом месте, в общем, ни о чем. Поэтому будем считать, что вы их узнаете. А, наверное, да. Поехали тогда дальше. Так, четвертое шма, пятое тынья, да? Я правильно прочитала? Да-да. Шестое просто тья. Можно без вводных слов. Сразу Да, просто хорошо. читайте. Да-да-да. Тхья. А, потом равья. Мне как так получилось? Ну, Равья, я вот почему-то, тут я вы здесь не очень... попали. А я здесь не очень поняла. Здесь без А просто рвья Вот получается. смотрите, если дело касается лигатур, значит тут не может быть посреди Ну глаз. да, ну просто здесь R полностью, да, ведь получается, да. Нет, тут Или нет? есть полностью к. А. Это ведь кхья, а не равья. Ах, я. Я. У к тоже же лапа, как у р. А, да. А, следующее гхна. Потом чья. Следующее джня. Да, но без слова следующее, просто джиня, Ладно. да. Бда. Тва. Шха. Туда. Нет. Нет. Еще раз, пожалуйста, почитайте. Туга. Я не туда. Так. Гда. Гха. Гна. Гма. Гма. Нет? Чем отличается М от чего? А, Так. сейчас, так, пусть нету этой палочки-то. Это... Ой, не нужно сейчас. Тха? Ой, нет. А, гбха. Да, уже ближе. Так, сейчас. Куда я это делаю сейчас? Гбха. А. Да. Так, следующее. Мья, потом Мья? Только что наступали на эти же а опять она А опять она. бья, бья, Бхья? бья. Чем отличается бх от ма? А там нету Нету. черточки А там. что же вы при ее там Ну да, поставили? я что-то посмотрела, да. Так, потом Хна именно как на. хна, нет, А значит, как бы хорошо, ну, тогда, на доске мне нарисуйте хна тогда, раз вы настаиваете на и прям-таки на. Есть два варианта написания хна, но здесь ни один из них не представлен. да. Нарисую. Что, не успели? А что это такое тогда? Нелюбимая вами. Что это А, может быть? ма. 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 А почему это ма, скажите мне? Что на это намекает? А, все, поняла, здесь что-то... Черточка, загогулина вот это вот. Ну, узелок, да. Блок, да. При этом над узелком идет
соединенная линия, то есть да. Она бы встроилась внутри самого Х. Да. Или под, или, значит, внутри лапки, ну, в общем, встроилась бы. Так. А, потом хья. Так. Вья. Стха. А потом получается сна. Здесь сна. Спа. Спа, знаешь? Так. Что-то я. Что-то я вбил. На такой простой лигатуре застряли прямо аж. Как это, не я? Я? А с чего же это я, если я. Сверху слева там кружок? В я? В я? Я упаду сейчас в обморок. Что-то я не туда смотрю, конечно. Итак, после спа что идет? Так, у меня было спа. Сергей, у вас же книга, я надеюсь, уже есть? Ну, есть. Ага, вы же в книгу смотрите, да? Да. Хорошо. Я надеюсь, вы же все следите за тем, что читает Ариадна. Честно говоря, я сейчас пока еще эти лигатуры. Даша, следите? Так, вы же, ну, кажется, да. На третьей строчке. Пятой. Над Х там, что ли? Баха? Х там после Ба. Ну, хорошо, что реально не расслышала, да. Реально, первая половинка, а чем она? Не на. Первая половинка на. Да. Вторая. Господи, это не я, это... А что похоже на я? Открываем первую страницу алфавита. Тха. Разумеется. Тха. Тха. Узнали Иштхва и Джина Антха, запутались. Дальше. Так. Что-то у меня дальше какой-то пошел. Застряли? Что-то я... Да, немножко я... Хорошо, смотрим на второй этаж. На втором этаже кто? Мна? Нет. Четче, пожалуйста. Мна? Мна, да. Так, мпа. Вья. Вья. Нет.
Не в я? Ну я вас спрашиваю. В я или не в я? В я. Опять нет. Опять не в я. Не знаю, вы уверены? Ну, вроде да. А там не перечеркнуто у вас? Эллипсис не перечеркнут? Нет. А дождь? Тоже нет. А почему? У меня не перечеркнут. Сейчас заметил, что он перечеркнут. Я первый раз вижу, что он перечеркнут. Очень слабенько. Очень слабенько, да. Да не перечеркнут. Значит, берем... Ну, если перечеркнут, то я... В опечатках проверяли перед тем, как? Нет, ну что я... Нет, да, вот если каждый раз вы будете так, то вы будете мучиться, а я буду над вами издеваться. Все понятно. Вам оно надо дополнительно? Тогда бья. Да, там бья, поэтому проверяем опечатки. Я даже честно не знаю, есть ли оно в опечатках, но оно должно быть тогда, если оно так... Вообще там бья, Б. Просто очень слабо видно и Б. Так, ну насчет следующего я не очень уверена. Ща? Конечно. Да. Нтья. Нтра. Нтра. Лма. Лья. Тва. Джья. Пла. Так точно. Вас смутило нтха и мна, проще которых сложно представить. Ну, что-то я, да, немножко. Интересно. Хорошо. Тогда пятое. А вот пятое я что-то не делала еще. Так, рядно, сейчас будет выговор. А я что-то думала, до конца не надо делать. Если бы так много будете думать, мне страшно будет, что будет к занятию десятому. Не, я просто думал, что мы пятое занятие не прошли, и не надо пятое делать пока. Ага, ага, ага. Ну, давайте тогда сейчас на ходу, потому что я не знаю, мы уже так вас ждем, так сказать, как отстающего. Так, ну вообще, урок без меня был проведен, я вообще об этом не знала, так нечестно. Так нечестно, вас догонять тут. Вы сейчас догоняйте. На ходу тогда переводите все. Вот это вы попали. Ну, я слова точно не приведу. Я мучился в прошлый раз. Ну, а точно придется переводить. Давайте будет вам помогать Даша, например, сначала. Так, первое, на транслитерации прочитайте. А, Сидраджа. И что? Дальше, дальше. Там же целое предложение. Нало нама вирасенасуто бали. Если вы утверждаете, что вы делали все, кроме пятого, значит, эти слова вы должны уже знать. Они у вас выписаны в тетради, так? Да, выписано, но я их не помню. У нас сейчас тогда листать. Будем все внимательно ждать, пока вы не сообразите, как же это перевести. Вот что бывает, когда у нас сплошная вольность. Даш, вы же переводили эти, да, отрывки? Нет, мы не перевели. Хорошо. Сергей, вы сейчас уже сами перевели для себя? Ну да, вроде. Хорошо, мы сейчас послушаем, как мучается Ариадна, потом подключимся.
Итак, Олег, кто такой Асид Раджа? Ну, Раджа — это царь, это я знаю. Ну, я... А Асид? Благородный. Благородный? Сейчас я блевану. А, жил... Жил царь. Жил-был царь. Жил царь, да. Да. Намо. В каком занятии было слово «намо»? Сначала «нало». Сначала «нало». Что такое «нало»? Ну, там в переводе как-то странно, «наль» какой-то. «Наль» — это имя собственное. Жил-был царь по имени Наль? Да. Жил-был царь по имени Наль. Дальше. Сын Вирасены. Сын Вирасены. А, сын могущественный Вирасены? Или как? Ну... Бали, могущественный? Ну, Бали у нас в этом уроке как-то, но... Да, ну, значит, давайте все вместе попытайтесь перевести. Жил-был могущественный царь, сын Вирасены. Или не так? Или могущественного Вирасены? Какие еще есть ставки мнения, Даша? Ну, я тоже склоняюсь, что могущественный царь, скорее, чем могущественного Вирасены. Да. Хорошо. Сергей согласен? Да. Сергей на все согласен, лишь бы самому не переводить. И правильно, он согласен. Хорошо. Дальше. Это отрывок из Махабхараты. Ну, дальше. Жил-был наставник у учителя, я не понимаю. Ну, ничего, это отдельный фрагмент. Асидачарья. Правильно. Значит, жил-был наставник и... Жил-был воин. Да. Юкшат... Воин. Да. Хорошо. Читаем тогда Деванагари. Первый отрывок читает нам... Первый отрывок. Первый источник нам читает Даша, а вторую Ариадна. Асин Мадрешу Махатма Раджа. Парамадхармика. О, как шпарит Даша. А это где? Это чуть ниже, это чуть ниже. Разве у вас нет Деванагари в пятом задании? Ну, так там одна строчка. Одна? А у меня две. А у кого еще две? У меня две. У меня две. Не понимаю. Так я... Какая-то... Ну хорошо, зачитайте свою строчку, реально. Так это что читала я сейчас, нет? Нет, вы только что читали в транслитерации текст. А-а-а. Я же вам говорю про Деванагари. С чем вы не согласны? Сейчас, я согласна со всем. Но я не прочитаю, наверное, сразу. Спасибо. Ну вы утверждаете, что у вас одна строчка... Не-не, все понятно, все, я... Я думаю об этой Деванагари. Так у вас не одна строчка Деванагари? Не одна. Хорошо, прочитайте, пожалуйста. Мне надо подумать сначала, что подумать? Надо прочитать. Вы уже должны бегать, вот как Даша. Вот видите, вот, что к чему приводят прогулы. Вот как читает Даша и как вот смущаетесь вы, когда видите. Да, я плохо читаю. Вот именно. С лету. Вот. Это не слёт, это домашнее задание. Слёт... Ну, потому что я его не сделала, да. Вольность. Есть такая ода вольности. Это про вас. Читайте. Тут нет ничего незнакомого. Асид Ача...
А Сита-чан? Это вторая строчка. А первая строчка? А, опять первая, думаю. Конечно. Вы очень много думаете. Пока для начала просто первую прочитайте. А переведет Даша? Но я хочу услышать, как вы читаете. Порадуйте мой слух. Аси Нама. Нама. Еще раз, пожалуйста. Аси нама. Что вас смущает? Рядно, вы смутились лигатуры? Или всеобщее внимание сбивает вас? Да. Сергей, прочитайте, пожалуйста, первую строчку. Асит мадришу, асин намадришу. Полностью прочитайте, пожалуйста, первую строчку. Асин мадришу, Махатма Раджа Парамадхармика. Угу. Рядно. Все, я не знаю. Даша прочла, Сергей прочел. Уж запомнили бы хотя бы на слух. Асим. Ма. Ма. Асин ма. Дри. Дри? Разве дри? Чтобы было дри. Ариадна, что должно было быть? Палочка справа. Дре. Справа, значит, не дри. Не, там дре. Дре. Мадре. 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 И в конце? Не помню. Что именно вы не помните? Не помню я эту букву. Это же алфавит, Ариадна. Я не помню все. Ну ждем. Открывай теперь. Не надо меня ждать. Ждем, Ариадна, ждем. Если мы вас не будем ждать, то потом вы нас не догоните. И это уже будет грустно. Понятно, я дольше мучился в прошлый раз, точно такое же положение было. Не делал этого задания и мучился. Вольность, она приводит к... Так что у вас хорошо получающийся, еще попробуйте еще раз. Не смущайтесь, тут все двоечники. Да, да. Итак, что это за буква Ариадна? У вас распечатан алфавит хотя бы отдельно? Да, да. Итак, да. Что это за буква? Я вас не спрашиваю про подстрочную, значит, диакритику, а я спрашиваю про саму букву. Про сам слог. Я понимаю. Mm-hmm.
Шу, да. Асин мадре шу. Все отлично. Читаем дальше. Махи. Махи. Чтобы там было махи. Что должно было быть нарядно? Господи, маха. Я палку уже не там. Пал. Маха. Уже иди палку там, где нет. И маха. Махатма. Асин мадрешу махатма. Раджа. Парама. 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 Ой, нет, не бха. Бха. Парамабха? Что же это слово должно означать тогда? Хорошо, я принимаю ваше чтение, сейчас, но... Парамабха? Так, опять. Так, да, так дальше. Пара-пара-пара-ма-бха, вы говорите? Не бха. Нет? Нет, что? Пара-ма-бха. Парамат Мадхармика. Еще раз, пожалуйста, все слово. Мне уже страшно. А так и должно быть, рядно. Я просто не расслышал, сейчас без шутки. Парамат Мадхармика. Парамат Мадхармика? Параматма? Там нету параматма. Пожалуйста, не придумывайте буквы, а прочитайте то, что написано. Парамадхармика. Парамадхармика. Отлично. Теперь полностью всю строчку. Ай. Сидма. Господи, прошу. Я не могу. Ариадна, или бросайте, или ковыряйтесь, пока не доковыряйте. Дальше. Мы ждем. Не надо ждать. Если мы не будем ждать, Ариадна, мы потеряем вас. Нет, если я бы так бы... Ариадна, если бы я 14 лет тому назад бы так бы сдавался быстро, было бы неинтересно. Это еще здесь не сложно. Вы же уже прочитали. Повторите еще раз.
У вас хорошо получилось? Асин! Я же не вижу интеллект. Что-что? Асин! Реально, вас никто ни в чем не упрекает, и поверьте, Сергей в прошлый раз... Не надо тратить ваше время. Что-что? Все равно не читаю. Вы читаете? Ариадна отключилась. Что будем делать? Не будем ее мучить? Пощадить. Ладно. На следующий раз. Попробуем набрать и пощадить ее. Лишь бы ответила, не испугалась. Нет, не берет. Это плохо. На таком месте еще никто не ломался. Так, попробуем напишите, что ли. Так, напишите. Ну, сейчас напишу я сам. Даша, отпишите, пожалуйста, ей тоже в группе. Она... А я сейчас попробую переписать. Так. Ну, попробую сейчас перенабрать весь звонок, потому что не вижу, куда уже нажать.